Отечественной войны, я попал в Ираке, с Первой мировой. Письмо в фронт. Я пишу к вам, имею ли право после наших случайных встреч за спиною дымит переправа, что пришлось при отходе поджечь. И до писем ли злой круговерти сумасшедшей нелепой войны, может быть, за минуту до смерти вот у этой сгоревшей сосны. Той войны ни конца и ни края, и Всевышнего душу прочлев, я четвертую лошадь меняю, удивляясь, что сам еще жив. Ну а если в бою арьергардном я паду в предначертанный час, то погоны с витрин аксельбантом ординарец моего перевес. И тогда не платите санцами за нежданную грустную весть. Просто знайте, что в небе над вами вам знакомая звездочка есть. Ах, какая безмерная плата с нас берется нелепой войной. И пылает пожар Герострата, год 14-й роковой. И пылает пожар Герострата, год 14-й роковой. Потом... Когда-то давно с моим погибшим товарищем была идея создать театр военной песни, и мы ничего лучше не придумали, как взять «Хождение по мукам» и всю ее в песне сделать. Конечно, не сделали, не получилось, но один фрагмент там пою. Это дело происходит уже после окончания всех бит в Париже, куда занесло поручика. И вот там сидит он и поет. Помню, тройки проносились по Арбату, колокольный звон качался на Москву, и над Яузой на мостике Горбатом я встречался с гимназисткой молодой. Где же те года, где девчата-то в платье нежно-розовом? Родина, прости, ты меня верни снова край березовый. Родина, прости, ты меня верни снова край березовый. И гуляли по манежу чинопары, и копчались на неглинные фонари. А в яру под семиструнный звон гитары мне цыганка пела песни до зари. Где же те года, где цыганка-то черные шари с розами? Родина, прости, ты меня верни снова край березовый. А потом оркестр военный марш играл, и катились чьи-то слезы по щекам. Чьи-то руки я в руках своих держал, и вродил рассвет холодный пушкам. Где же эти дни, кончились они, отгремели грозами? Родина, прости, ты меня верни к милой край березовый. Родина, прости, ты меня верни снова в край березовый. Пускай там все дождения помогут, мы переходим во Второй мировой. Я эту песню писал 75-го года и никак не знал, как ее закончить. Простая песня, такая называется «Возвращение». Только в этом году я закончил, сейчас представлю ваше внимание. Что главное на войне солдат? Главное, чтобы его ждали. Да? Ни победа не важна, ни поражение не так страшит, если есть куда и кому возвращаться. И песня называется «Возвращение». Посвящена она параду Победы. Вот немногие, наверное, знают первый парад Победы. Вы думаете, 9 мая был? Нет, он был 24 июля 45 года. Мой отец был участником этого парада Победы. Песня как батальонная разведка, потом СПО посвящается
ветеранам Отечественной войны, возвратившим живым. Банкет не дошел. Обниму ее за руками, снежный корень, а так долго обдался по горе, и пепел дорог на войне. Обниму я березу родную, с не зажившим рубцом на стволе. В 41-м встретила бурю, что была предназначена мне. В 41-м встретила бурю, что была предназначена мне. Мы за товарищей, за друзей твоих.
что прошли сквозь пожарища и остались в живых, а за тех, что не дожили в жестоком бою, молча мы, как положено, выпьем водку свою. А за тех, что не дожили в жестоком бою, молча мы, как положено, выпьем водку свою. Мы вернемся счастливыми, кончив долгий поход. Будут девушки милые нас встречать у ворот, и что было загадано, все исполнится в срок. Пусть горит за туманами золотой огонь, и что было загадано, все исполнится в срок. Пусть горит за туманами дорогой огонь. Войн наступила еще одна длинная война, десятилетняя почти, афганская война. Значит, эта война, может быть, именно она и привела к тому, что мы сейчас имеем у нас в стране, в том, что от нее осталось от страны. Наша вина, конечно, притащили войну за собой, но все-таки мертвые срамы не имут, а мы делали то, что приказано. Это был приказ Родины, и мы его честно выполняем. Кто бы чего не говорил. И поэтому у меня лично, вот у моих друзей, тут сидят мои боевые друзья, к нему пришли. Спасибо ему. Они думают, согласятся, лучшие воспоминания в жизни, это, как ни странно, война в Афганистане. Это лучшие друзья на свете. Это самое чистое небо над головой, как ни странно. Самые высокие горы и самое незлобное начальство, тоже далеко там где-то, в другом краю Афганистана, и почти к нам не приезжает никуда. И сам себе хозяин, делай что хочешь, как хочешь. Если плохо сделал, сам себе и накажешь. Вот свобода такая, абсолютно. И вот песня, первое недоумение, когда туда я попал в эту провинцию. Совсем другие люди, все другое. А было такое легендарное подразделение «Каскад», отпирасывалось «Каскад», это «Выпил», который мне начали принадлежать, и песня такая. Там будут слова о каскадерах, ну каскадеры тут сами так и надо так называть. Каскадеры, каскад, значит каскадеры. Там все еще какие слова, там разные, долго объясняют. Основные понятно, только различия маленькие есть, там на фарси. Духтар и ханум. Вот Духтар — это девушка, а ханум — это женщина. Разницу знаете, да? Вот такая. Эх, куда же ты попал, каскадер? Что не шлак здесь побывал, кто забор? Задувал им ханум и Духтар, а на крыше ведь солярный угар. Задувал им ханум и Духтар, а на крыше ведь солярный угар. Ишаки орут с утра до темно, им с мечети подрывает мула, и смоняют в себе день рафики, да товарищи, а до базары, да копчи реки, и смоняют в себе день рафики, а до базары, да копчи реки. Здесь не ведая тревог и забот, в чьи конечи гоняет народ, размышляет целый день, что почем. А душмарят враги, враги им нипочем. Вот у нас такой вопрос. Размышляет целый день, что почем. А душмарят враги им нипочем. А это что за чучело паранже? Двух волов гоняют вдоль по меже. А это женщина афганской мисс, обрабатывает землю под рис. А это женщина афганской мисс, обрабатывает землю под рис. А у дуканщика торговцы магазина, а у дуканщика басмачистый, ободрать тебя любой норови. Вот это лобби только нельзя, потому как революция. Автоматы заржавели давно, войну мы видим только в кино. А из центра за приказом приказ не пускать на операции нас. А из центра за приказом приказ не пускать на операции нас. Но слава богу, БТР на ходу, да Майдон это аэродром, как-нибудь доведу. Вертолетчики, ребята свои, не дадут загнуться мне от тоски. Снегом занесло, делать нечего.
И вылезать это было страшно первое время, потому что жизнь молодая и одна всего. Потом становится на самом деле. Так продолжается почти целый год, и опять становится страшно, когда вот через месяц самолет и с Кабула на Москву делены зверем. Тоже страшно, конец войны, это примерно. А в промежутках вот такая веселая песня. Весело там тоже бывает, даже когда не весело совсем. Но тоже вообще весь мотив, это вот, извините, потому что мотивы некогда было придумать тогда. Да и не членский композитор там я, так что мелодии придумать тяжело. Поэтому брались старые известные песни и афганский колорит. Вот такая песня. Песня спецназа, который попал в горы, и его почему-то решили делать горным егерем, он лазит по этим горам, придет боже света на час. Вот такая. Гренарейном горе не досталась сказка, и про нежели вспомните, что где-то бродит вовсе голубь, с вами вовсе незнакомый снежный человек, и улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Если вы с обрыва голубые дали, полетели лихо, камни догонять. Вспомните, что раньше вы так не летали, и, как видно, больше вам так не летать. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас в Дугане, ну это супермаркет афганский, или мини-магазин, если вас в Дугане нагло обманули, если гнев невольно сердце к вам хранит, вспомните, что в вашем автомате пули, их на все Дуганы хватит, вспомните о них, и тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас за ногу кобра укусила, если жить осталось только полчаса, помолитесь Богу, соберитесь силой, и как в детстве начинайте верить в чудеса. И тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас, и хорошее настроение не покинет больше вас. И самый тоскливый, если вам замены нету из союза, если не пускают свидеться с женой, вспомните, ребята, Робинзона Круза, как 12 лет прожил он с одной козой. И тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас, и хорошее настроение не покинет больше вас. Там в Афганистане самые страшные колонны, вот, по крайней мере, в нашей провинции. Если еще в бою потери, ну, 2-3 человека считать же большими, то 30% колонны, не дошедшие до пункта последнего, мы там и были в Файзабаде. Это такая трасса жизни, обрывалась на нас. Это обычное дело, и 30% потерявших составы машин. Жутко, ты не видишь, где рванет, потому что наловчились так, они ставят фугасы, что под какой машиной замкнется контакт, где втухать на воду, предугадать совершенно невозможно. И вот это называется размышление в колонии Тулукан-Файзабад. Это последний отрезок пути, Файзабадом заканчивается, мы с ним в Файзабаде, прежде чем эти колонны изрядно потрепанные, а колонны ведут в местное население, галоши, это же на расход там был блестящий, там разбирали, дрались за них, мука, цемент, горючие маточные, там много было чего. В этих колоннах и жгли эти колонны по пути, чтобы довести туда. Ну, вот такая. И представь себе эту колонну. Скорость ее движения 5 км в час. Потому что перед ним идут саперы с собаками, поток тралы идут. И за ними тянется колонна. Вот шаг саперы 5 км в час, вот так вся колонна за ними. И одуревший водитель, накурившийся на шее, пьяный просто сидит. Ну вот тогда, простительно, он и закрывал глаза, потому что 80% смерти от шока водитель, механик, обгоревший, не выживет только от боли. Если у офицера была водка или спирт, можно было довести себя до полной анестезии, ничего не чувствовать, теряешь на части, то солдат почти до смерти. Вот
такая колонна и грустные размышления. На солнце +52. Сидят все на броне, потому что на броне больше шансов уцелеть. Попадает кумулятивный заряд внутрь танка бронетранспортера, сгорает все внутри. Распыляйте люди, естественно. Двух разных войн, едина суть. Так говорил один комбат. Мы трассы жизни звали путь из Тулукана за Бат. Там трое суток напролет ползет колонна между скал. За поворотом поворот, за перевалом вперед. Держись спокойнее, браток, на нервы бедерная цена. Здесь не Европа, а Восток. Здесь мудеминная война. Стрельни, покуда твой черед. Отдай напарнику штурвал. За поворотом поворот, за перевалом перевал. Прикрой усталые глаза. Сгорь, рви, отклей. И все, что в письмах прочитал, за словом слово повтори. Тебя в союзе кто-то ждет, а может, ждать уже устал. За поворотом поворот, за перевалом перевал. А кто-то там живет, как жил, добро соседствует со злом. А ты давно уже забыл, что именуется добром. Пыль со скулы смывает пот, глаза багровый карнавал. За поворотом поворот, за перевалом перевал. И где-то мир и тишина, и только фильмы о войне. А здесь отметилась война, пробоиной в лобовом стекле. Сказали, вас награда ждет. Я миг и не мечтал. За поворотом поворот, за перевалом перевал. Дилемма быть или не быть, не для уставших наших душ. Да мы просто дальше будем жить, перевалив за кем-то хуже. Он пройдев над головой, вертушки в сторону ушли. Строился конвой. Очнись, приятель, мы дошли. Еще одна песня про колонны, это самая первая колонна, поэтому мелодия Высоцкого. Во всем слава до последнего права. Здесь волны равнина, здесь климат иной, здесь горы вершины солнечные. Но и медленно по серпантину колонна ползет. Опять засада, а ну держи, дешевле копейки стоит жизнь. И только случай решает, кому повезет. Опять засада, а ну держи, дешевле копейки стоит жизнь. И только случай решает, кому повезет. Броня батаера раскалена, ему недолгая жизнь дана. До первой мины, до первой РПГ. А ты не машина, ты человек, бегит 14 век. Тебе в лицо сквозь прицел КПВТ. Это пулеметный прицел, большой пулемет. А ты не машина, ты человек, бегит 14 век. Тебе в лицо сквозь прицел КПВТ. Бегит под пулями броня, пытается смерть достать тебя. Ты ей не раз, не два в глаза глядел. Но сквозь пороховой туман ты слышишь гром и мой душман. И землю пробили десятки огненных стрел. Но сквозь пороховой туман ты слышишь гром и мой душман. И землю пробили десятки огненных стрел. Знакомый рота, рокот в уши бьет. Над нами боевой вертолет. А ну теперь посмотрим, чья возьмет. Пускай ты летчик, а не бог. Но больше бог это сделать смог. Спасибо, дружище, за нами не пропадет. Пускай ты летчик, а не бог. Больше мог это сделать смог. Спасибо, дружище, за нами не пропадет. Мы тоже выручим не раз тебя. Так ты сегодня нас и выпьем не раз за дружеским столом. С тобой за тех, кто не дожил, кто не допил, не долюбил. И никогда не забудем мы о ком. С тобой за тех, кто не дожил, кто не допил, не долюбил. И никогда не забудем мы о ком.
на войне, как на войне. День дружбы ценится вдвойне, а потому за дружбу второй стакан. За нас с тобой, за дом родной, за этот день, за этот бой. Да даже черт с ним за этот Афганистан. За нас с тобой, за дом родной, за этот день, за этот бой. И даже черт с ним за этот Афганистан. Человека, который, значит, снайпером, работает на войне снайпером, получил отпуск, настрелял на него, там, за руку в норму приклад, и получил отпуск, приехал в Москву. 82-й год. Вся Москва одета в форме. Джинсы Юисток, Юисток, очки Джамиль, ватники, неделька, знаешь, помните, если помнит, то такое еще, да? Сервиза Мадонна, Мадонна шея на цепочке. Все контрабанда, и всем наплевать, что ткачи идут поток на цинке, не знаю, никому. Ничего не интересно, там война, там гибнут люди, ничего не интересно. Абсолютно. И самое главное, куда мне плюнь, везде бананчики, бананы. Девочки в бананах, мальчики в бананах, березки толкутся, ломчики в бананах, продавщицы в магазине, все, вся Москва в бананах. И бананы, когда он вернулся и попадает на операцию, а надо встретить караван, операция неудачная. И вот он лежит, вспоминает, и у него ничего нет, кроме солнечных зайчиков в прицеле и бананов. Так, на девочку, на мать московскую. Вот песня такая, мальчики, бананчики называется. Песня снайпера. Четвертый час лежит в пыли, на солнце яростно слепит. Чуть-чуть поодаль догорает БМП, тоска такая, хоть кричи, а наша рация молчит. И черти, что за мысль в голове, а где-то мальчики, надев баранчики. Клиентов у березки поджидают голову, а у меня в прицеле солнечные зайчики, зайчики. Зайчики, больше ничего. Мы вышли встретить караван, но напоролись на душманы. Духи нам устроили аврал. Играем с ними в чет-нечет, и час за три идет в зачет. А чет нам кадровик предупреждал, на где-то мальчики, так и на зайчиков. Вечер отправляются на импортных авто, а у меня в прицеле солнечные зайчики, зайчики. Зайчики, и больше ничего. А может, так и надо жить? Кому стрелять, кому крутить, кому-то все это показывать в кино. Но ощущение гнетет, что все известно наперед, и повторяется забытое давно. И эти мальчики по кинозальчикам геройство наше будут наблюдать из темноты и щекотать подружек резвым пальчиком. Целовать зевающие ты и щекотать подружек трезвым пальчиком и целовать зевающие роты. Вторая песня. А вторая песня, я говорю всем, что написал всю вторую песню. Не, Шурает не моя, это персонал ее. Но я написал вторую серьезную песню про афганскую женщину. Не про нашу афганку, которая работает там на Цанбате, наша панайба, наверное, а про афганскую. Жаль, что случилась история со мной. Вот эту историю я вам сейчас расскажу. Махтуба – это женское имя. Звали женщину тут Махтуба. Да не женщина, просто девчонка. Как тростинка, танка и слаба. Притащила меня по воронкам. А потом, разорвав паранжу, бинтовала горячие раны в кишлаке под названием Анжу на голодном пути в Бадахшан. Махтуба, словно ветер на склонах поет. Махтуба, не нужны мне 3 года в зачет. Я пошел в тот окуп опять, только время не движется вспять. Помню родичей стайку твоих, небу тянущие тонкие руки. Ты сказал одно, шуровец советский, и они отшатнулись в испуге. А потом полевой медсанбат и врачей утомленные лица. Я хрипел им, где мой автомат, а он мне скоро теперь пригодится. Да не нервничай, все при тебе. Тут какая-то фея из сада принесла поутру КПП.
пистолет, автомат и гранаты. Махтуба, словно ветер на склонах поет. Махтуба, не нужны мне 3 года в зачет. Я пошел в тот атаку опять, только время не движется вспять. Вот и все, я вернулся домой, затянулись военные раны. Только как-то связалась с судьбой та девчонка из Афганистана. Да я не помню почти ее глаз, что запомнишь бредом в дурмане. Может, кто-то другой меня спас, а может, вычитал в старом романе. Вот только ветер поет Махтуба и куда-то зовет Махтуба. Я пошел в тот атаку опять, только время не движется вспять. Я пошел в тот атаку опять, только время не движется вспять. Предложить, а старую песню, может, вы помните, из тех, кто поколение сразу после войны, в 40-е, была песня про того шофера, и утёс прямо пел, да? Ну, опять, переделка в комнате, да, наверное, чуть-чуть буквально, тоже про водителей, военных водителей. Через перевал, сквозь огонь снарядов и гранат, мы вели колонны вдоль по горным склонам, от Кундуза и на Файзабад, их путь дороги Афганистана, сквозь огонь и засады душманов. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Путь до Файзабада, между прочим, для друзья нелегок и не скор. Шли 3 дня, 3 ночи, трудно было очень, но водитель не глушил моторы. По дороге Афганистана, сквозь огонь и засады душманов, но помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Может быть, в союзе этим лица наши песни будут на намек, но не позабудем, если живы будем, при афганских выжженных дорогах. Путь дороги Афганистана, сквозь огонь и засады дошманов, но помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. То, с кем дружил, где были самые лучшие рода войск. По Афганистану, каждый свои, у нас вертолетчики, но без них никуда, там вообще ничем. Не добраться без вертолетов, не прикроют тебя с ним вертолеты, не доставят тебе продуктов, говоришь, мат, бензин, соляк, ничего. И туда и сюда, у нас были вертолетчики, лучшие друзья были. Вот эта песня, нам была написана, наброски были. Новогодняя ночь, 82-83 год, был жив еще мой побратим, Вадим Бурак, вот тут, друзья его сидят. И никто не знал, что эта песня была написана вообще про вертолетчиков. Ну, в том же году он, в 83-м, погиб, горел живьем на операции. Вот опять летим мы на задание, режут небо кромки по пасти, а внизу земля Афганистания разлеглась в квадрате, как полей. А внизу земля Афганистания разлеглась в квадрате, как поле. Но не верь, спокойствие ты вечное, вот я к тебе под облаком. Тянутся прерывистые встречные, огненные трассы до шикар. Тянутся прерывистые встречные, огненные трассы до шика. И кому судьба какая выпадет, предсказать заранее не бери. Нам не всем ракеты алые высветят право на посадку и на жизнь. Нам не всем ракеты алые высветят
право на посадку и на жизнь. Ни к чему гаданья и пророчество, и о прошлом тоже не жалей. Не спастись порой от одиночества, даже в окружении друзей. Не спастись порой от одиночества, даже в окружении друзей. Но опять летим мы на задание, режет небо кромки лопастей. И опять страна Афганистания разлеглась в квадратик полей. И опять страна Афганистания разлеглась в квадратик полей. Много афганцев, но этот Вась, он тоже афганец, и тоже про вертолетчик. Новый год мы встречали вертолетные эскадрильи, вот где наши друзья были лучше, где побратим, где Вадим Бурак, где Виталька Балабанов, Камыск, который тоже погиб в том же бою, в том чуть позже, но в Ташкенте уже. Ну, а тогда все были живы, Новый год, все веселые были, пьяные, никаких боевых. Елка была чудная, они тут раскачивали, на эти елки висела. Мне имени погружек. Нет, рассказывают, тут детей нету. Гильзы надраены, начищенные, пулеметные, автоматные. Все это мишурой, такая ткань была на дневнике покойник убитых. Надо такая зеркаль, чтобы вообще тюльпан пока прилетит, долежал. И еще, пожалуйста, вот эти резиновые изделия. Красивые, разноцветные, с мордами зверей, надувные шарики висели на этой елке. Вертолет, елка привлекли вертолетчики. И вот это называется 24-го года. Слышен невесок, кружится снег над крышей, затянут в облака полночный звук. Звучит случайный вальс над модулем, притихшим, и под его тих уходит старый дух. Звучит случайный вальс над модулем, притихшим, и под его тих уходит старый дух. Что было в том году? Дороги, дороги, да скрежет на зубах горячего песка. И новые друзья, и старые тревоги, и мины под ногой, и пули у виска. И новые друзья, и старые тревоги, и мины под ногой, и пули у виска. Гвоздя гитару снял усталый вертолетчик, настроил в унисон с аккордами машин. И добрый старый вальс среди афганской ночи, и мысли, и сердца, и звезды закружил. И добрый старый вальс среди афганской ночи, и мысли, и сердца, звезды закружил. Плывет, качаясь у вас над древними горами, не ведая войны, не ведая границ. Мы грезим наяву любимыми глазами, пожатием нежных рук и шорохом ресниц. Мы грезим наяву любимыми глазами, пожатием нежных рук и шорохом ресниц. Пусть голос твой охрип, но нету звуков фальши. Кончающийся год не зарастет бульем. Играй, пилот, край про то, что будет дальше. А мы тебе сейчас тихонько подпоем. Ночь коротка, спят облака, и
лежит у меня на погоне незнакомая ваша рука. След тревог сбит городом, я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок. Пусть я с вами совсем знаком и далек отсюда мой дом. Я как будто бы снова возле дома родного, в этом зале пустом танцует вдвоем. Так скажи мне слово. Сам не знаю, о чем не слышу, и весом кружится снег над крышей, затянут на глагам полночный развод. Звучит случайный вальс над модулем притихшим, и под его мотив приходит Новый год. Еще одна песня про армянское житье-бытье, которое не очень сладкое, и на первый взгляд совершенно никакое, но если там внутри поговорить, немножко мне 2-3, начинает нравиться, потом влюбляешься в эту страну, даже в тех, кто тебя стреляет, там, и сражаешь без всякой злости, непонятно зачем снова, ну, вроде профессионально делаешь все это дело, значит, и воюешь. Это песня «Давай что расскажешь о Востоке». Вот. Попытался вчера куплет изложить то, что там видно, на первый взгляд. Что расскажешь о Востоке? Непривычная страна. Там совсем другие боги и другие имена. Там горянки величавые и пугливые, как стрижи, но глаза глядят лукаво через сетку поражи. То оазисы, то горы, то пустыни Регистан, чанцы вроде транспортеры из Кабула в Чахчаран. Там одна сплошная суша, не бывает жарче суш, и с вершины Гиндукуш виден только Гиндукуш. Там народ неторопливый, почитающий Коран, написано красиво о законах мусульман. Там землей латают крыши, там стреляют по ночам, там предложат вам гашишу, предприимчивый бача, бача бой. Там поклонники Хаяма, знатоки Фердуси, но тонкости ислама спорит, Боже упаси. Вас разбудят на рассвете вопиющий с неба глаз, муэдзин зовет с мечети делать утренний намаз. Что расскажешь о Востоке, непривычная страна, там совсем другие боги и другие имена. Там экзотики навалом, экзотичнее не найти. Там стреляют из дувала вдоль колодного пути. Вот коротко про вас. Заканчивается очередной войной, промежуточной армянской, скажу. Мы еще не прекращались потом воевать. И до сих пор воевал еще. Весь 20 век и 21, что очень обидно. Пора заканчивать, как бы, иначе мы сами кончили с этими войнами, с этими миротворцами. И ничему никакая война у нас не учила. Единственное, что. Поэтому эта песня, ну не знаю, тогда кому-то нравится, кому-то нет, это взгляд на, не на действие, которое имело историческое место, а на человека, которого уже нету, поэтому о нем плохо не говорят, но он так рисовал нашу историю русскую, что он хотел стать пародией. Пародия посвящается 600-летию Куликовской битвы. Старая песня в Афганистане написана задолго до нее. Но а в Афганистане спели ее один раз, там записали, и командир полка, который я взял поблизости, обвинил меня в патриотизме, вообще издевательство над армией, причем армия 40-градусная наша, дубльная, непонятно. Ну и ладно. В общем, это не имеет никакого отношения ни к какой войне. Это просто неправильное видение одного историка на некоторые события русской истории. Как на поле Куликова прокричали кульки, и в порядке бестолков вышли русские полки. Как дыхнули перегаром за версту рази, значит, выпито немало будет враг разбит. Слева орать, справа орать, приятно с похмелья мечом помахать. Молодец, кричат ребята, под страхой не робей. Они перебрались через реку с криком матом, молодцы. Глядь назад, дороги нету, воду бросили концы. Красноносый воевода в родном деле знает то. И в засаду через реку ускакал
щек, по-моему. Показалось, пряжи стаи копья, стали с края в край, пред каниной и кумысом на холме сидит мамай. Клич над полем раздается, есть тут смелый или нет, и с татарином сразится, выезжает пересвет. Слева рать, справа рать, приятно в похмелье, бычок, по-моему. Как по поле Куликова. Не боись, кричат ребята, подстрахуем, не робей. И стал приготар колопом, вылетает человек. И сошли ребята лезом ранним утром рать на рай. Накануне все добито, и не страшно помирать. Слева рать, справа рать, приятно с похмелья мечом помахать. Как на поле Куликова откричали кулики, разгромили басурманов протрезвевшие полки. Была слева рать, была справа рать, теперь за сто верст никого не видать. Была слева рать, была справа рать, теперь за сто верст никого не видать. Потом приехал новый командир полка. Приехал генерал Рохлин, переписал кассету на вторую неделю своего пребывания там. И в полку заводил, ну, положено, на генерала. Ну, помните, да, вот трагически, погиб, поубили. Вот у нас тоже предопасник. Заварил столовую солдатской, там, для улучшения аппетита, наверное, для бойца. Песня без конца. Значит, еще одна песня. Тоже грустная песня. Каскадер, который сидит на фальзобаге, все дороги занесло, не фига, а он. А рыба Маринка в этой реке водилась, если такая, с маленькими усами, похоже, чем-то, на кого она похожа? На карпу, да? С усами там. Ее надо уметь приготовить, иначе отравишься. А в ГАЗ как-то готовить, блин, это не важно, такая. Блин, ловит. Брюхо надо отрезать. Черное брюхо. Вот, да, выбросить оттуда все. Мы ловили на большая саперная ручка и малая саперная ручка. Это большая саперная ручка граната и 200-граммовая шашка. А малая это маленькая граната и 100-граммовая шашка. И БТР перекрещен, да, ты сеточками со скалы Сан-Гимора принес прыщик. 100-граммовая шашка-то не бывает, дружок. Бывает, бывает. Были 100-граммовые шашки. Развесовка такая же была. Вот. Вот про эту Маринку. Кому-то коньячок и осетринка, и пиво запотевшего бокала в речке Корчи водится Маринка. Кослявый в жизни не видала в речке Корчи ловится Маринка. Кослявый в жизни не видал, а где-то рано утром после пьянки домой придется интеллектуал, а в Файзабаде водятся фаланги. Я твари ядовитые не видал, а в Файзабаде водятся фаланги. Я твари ядовитые не видал, а где-то даже женщина бумаги. И это там у них не стоит ничего, ну не чека, а в Файзабаде по ночам стреляют. И пули пролетают сквозь окно, а в Файзабаде по ночам стреляют. И пули пролетают сквозь окно, пускай пешком и даже без патронов. Но я в союз бы с радостью ушел, но в Бадахшане водятся шпионы, которых я пока что не нашел. Но в Бадахшане водятся шпионы, которых я пока что не нашел. И точно теперь уж не могу. А теперь американцы водят шпионов, как Бен Ладен в этом Бадахшане. И тоже никого не поймут, что удивительно. И еще одна песня. Такая вот. Военная. Значит, скала Сан-Гимор. Скала Орлов. Считалось, легенда гласила, что там была резиденция, одна из летних резиденций шахов Афганистана. Там вот такая скала метров на 30, наверное, далеко от Корчи, обрывистый, там вырвана пещера такая, ограждена, и там вроде шах неверных жен оттуда сбрасывал. В речку Корчи, на бурной, так каменистая. Мы бросали удочки малые, большие, запёрли, рыбу там ловили. Но эту песню... Павших, мы безумовно стоим на скале.
Сангиму уцелевший чествует Паши над скалой. Сангиму разгуляли сетра, у подножия песится речка. Нас 12 из рейда вернулась вчера, а троих прила к себе вечность. Нас 13 из рейда вернулась вчера, а троих прила к себе вечность. Скинулись к небу стволы АКС, прекратно кликнулась века, и ушел в облака смертоносный свинец, предназначенный для человека. И ушел в облака смертоносный свинец, предназначенный для человека. Жители зла, ловцы, синекур, мы твои одиссеи, отчизна. На скале Сангимур, на скале Сангимур, наша гордая, горькая тризна. На скале Сангимур, на скале Сангимур, наша гордая, тризна, наши горы, это тризна. Закончил всех вот, и военной тематикой, да? Да? Тогда переходим к последнему, завершаем войну афганскую, очередную. Завершаю песней детской. Я вернулся, моим сыном было по 5 лет. А я написал для них песню, она мне сейчас кажется актуальной, написал, черт возьми, значит, тогда. Значит, песня называется «Оловянные солдатики», детская песня. Конец всего воин, обычно вступает в какую-то песню. Оловянные солдатики, просто детская игра. Каждый с мини-автоматика, из мини-шашки генерал. Мчатся в мини-батериках, за противником гагон, и у мини-офицерика мини-ленточки погон. Вот в атаку смело двинуты, оборону проломив, из коробки танки вынуты, и сходу брошены в прорыв. Ну еще одно усилие, он даже конница пошла, ура! Но тут случилось перемирие, мать обедать пожелала. И на время кошмарное примирила две страны, и дождалась боль бранная первозданной тишины. Ох вы, маршалы курносые, вам бы только воевать. Хорошо, что вы игры взрослые, не случалось вам играть. Тут ни стратегии, ни тактики, ни теории, ни наук. Оловянные солдатики, 2 рубля за 10 штук. Оловянные солдатики, просто детская игра. Но каждый с мини-автоматикой и с мини-шашкой генерал. Браво! Я там старался в письмах писать, в письмах все хахали там, стихи поскольку, не важно, какая разница даже. Вот такая. Афганец. Явление интересное, но противное. Это мелкий-мелкий песок, вообще меньше, чем порошок зубной. Желтовато-сероватый цвет залетает в любую щель, спасения от него нет. Вот только платком повяжешь и все. И как задует афганец, ну, выносить всех святых. Вот. И ничего больше не остается дел, как песни писать или письма. Да. А надо сказать, что только я получил письмо как раз из Союза, жена мне прислала. Почему-то все трое рыжие сидят, 2 мои близнеца, там, 5 лет, и жена. Рыжие вообще, как эти, мухоморы. И один из них в письме прислал, просил
прислать патронов побольше, Лёшка, а Мишка просил земли прислать, посмотреть, какая там в Афганистане земля. Вот я по мотивам этих писем и событий, которые написал песню. Желтой пылью наши окна запорошены, третий день Афганист бродит по горам. Я письмо тебе пишу, моя хорошая, из провинции Нагорной Бадахшан. Мне поет про горы грусть магнитофонная, а вокруг столпились горы на югу. И живу я здесь засадами, колоннами, да еще твоими письмами живу. И отмечено в уставе ли, в Коране ли, для чего живет на свете человек. Здесь сошлись два века в противостоянии, век 20 и 14 век. Здесь не верю ни в Аллаха, ни в Иисуса я, 10 заповедей душу не томят. Вся религия моя, головки русы, сыновей, что с фотографией глядят. Ни к чему здесь новомодные традиции, все указы здесь не значат ни черта. Пью я водку с подполковником милиции, он милиции московской не чета. Пью за дружбу боевую, настоящую, пью за то, что он не смотрит свысока. Что меня он не ходячего, не зрячего, 7 часов тащил по скалам до полка. Может быть, мои сумбурные корабли разбирать ты будешь слезы, не твоя. Только сделай так, родная, чтоб не плакали письма папины, читая сыновья. Только верю, не по законам человечности будет встреча, будет новая весна. Ты маяк, затерявшемуся в вечности, по призванию офицерская жена. Ты маяк, затерявшемуся в вечности, по призванию офицерская жена. Мы писали, что там здорово, там мартышки попали, скажем, бананы, апельсины. И насчет цензуры вычеркнуть все местонахождение, поехали слово. Мы писали всякую группу, что бассейн у нас с океанской водой, и все живы-здоровы. У меня пишут хранение, считаю, сам себе удивляюсь. Врать я благородство вообще, все в те времена уже не сохранились. Но такая, жив и здоров. Ни контужен, ни ранен. А в остальном, догадайся сама, в Афганистане, в Афганистане жизнь не уместится, строчки письма в Афганистане, в Афганистане жизнь не уместится, строчки письма ты не прочтешь. Популярном романе отправляются судьбы в бою в Афганистане, в Афганистане. Время историю пишет свою в Афганистане, в Афганистане. Время историю пишет свою на самом широком экране. Мне показать, что такое война в Афганистане, в Афганистане. Правда оплачена нами сполна в Афганистане, в Афганистане. Правда оплачена нами сполна. Кто-то поднимется, кто-то не встанет, сердце разбив о гранитную твердь в Афганистане, в Афганистане. Цены иные на жизнь и на смерть в Афганистане, в Афганистане. Цены иные на жизнь и на смерть. Бомбки в Герате, казни в Бадахшане, скалах Саланга, в песках Чардары, в Афганистане, в Афганистане. Время не выветрит наши следы. Помните ждать, не клянись на Коране,
Знаю, не веришь ты в эту муру в Афганистане. В Афганистане белое солнце встает поутру в Афганистане. В Афганистане белое солнце встает поутру. И такая песня. Бывают дожди, там грязь по колено, поступится про транспортеров, грязь там потом высыхает, еще хуже, пыль превращается. Но это были горы, это был дождь. Вот такой вот, как у нас вот в июне, там дождь в июле, чистый дождик, совершенно неожиданный в том регионе события, в горах дождь. Плюс 52 на солнце, да, зимой не до минус 20, да, но дождь такой вот подмосковный. И вот это посвящаем петь, дождь называется. Дождь идет в горах Афган. Это странно, очень странно. Мы давно уже отвыкли от обилия воды. И даже подставив лиц, все пытаются отмыть от жары столетней пыли, серой пыли и беды. И даже подставив лица, все пытаются отмыть от жары столетней пыли, серой пыли и беды. Дождь идет в горах Афган, а колонны караваны, словно сура из Корана, струйки тянутся с небес. Дождь стучит по горным склонам, по машинам, по погонам, и шипит на раскаленном, утомленном оковес. Дождь стучит по горным склонам, по машинам, по погонам, и шипит на раскаленном, утомленном оковес. Дождь идет в горах Афгана, позабытый и желанный, парит светлый одоль, дальнем доме и сне. И отплясывает рья, два безусых капитана, два танкиста из баглана на залатанной броне. И отплясывает рья, два безусых капитана, два танкиста из баглана на залатанной броне. Дождь идет в горах Афгана, позабытая речка, пересохшая речка, манна. Он, конечно, не российский, не родной, местный бог, а срыва злея, и созвездия Водолея на войну обрушит дождик, этот дождик прорывной. Местный бог, а срыва злея, и созвездия Водолея на войну обрушит дождик, этот дождик прорывной. Дождь идет в горах Афгана. Это странно, очень странно. Мы давно уже отвыкли от обилия воды. И дождю подставив лица, все пытаются отмыться от жары столетней пыли, серой пыли и беды. И дождю подставив лица, все пытаются отмыться от жары столетней пыли, серой пыли и беды. Серой пыли. Значит, как я говорил, горжусь тем, что я воевал в легендарной диверсионной ответной группе комитета безопасности под названием «Каскад операции». Это выявил нынешнего. О нем только стали писать, только стали говорить, это там до этого были все разные герои. Одного мира, тут я знаю уже, что одного Амина расстрелял 10 человек. Там, с каждым годом все больше и больше. Приходит, и гордо об этом заявляет. Вот никто не становится, что убил Джохар Дудаева, а вот Амина. То есть история коверкается, вы думаете, черт знает что. Я это знаю, потому что вот на работу вышел, я честь имею представить, союз президент общественного фонда «Гунь-Подгарант», объединяющий бывших сотрудников, ветеранов и действующих, всех спецслужб, всех спецпредвлений, всех спецназов СССР и России. Вот. Те, кто, собственно, войну на себе и тащит, и начинал войну первую. Значит, вот, на 10 лет войны в Афганистане, вылилось в то, что, в конечном итоге, никто ничего не понял. Вот мы и стараемся, Мишка,
чтобы не забывались войны, как ни страшно, их помнить надо. На что они обходятся вот простым людям, чтобы не было других войн. Поэтому есть и веселые, конечно, разные песни, есть балса, пожалуйста, веселиться. Извините за то, что песни такие. Но мы же без войны ни дня не живем, так что вот и все песни, естественно, про войны. Окончаются войны, как всегда, вот спасибо за службу. И все, и ты никто. И ушел ты, и сидишь там, если друзья не помогут, так сопьешь. Вот песенка о пяти каскадерах. Каскад команды, песня о пяти каскадерах. Пять каскадеров лезли ввысь, покручив на помир, но сверху камни сорвались, и уже четыре. Однажды четверо пошли в кишлак под Гюльханую, и власть народную спасли, но их осталось трое. Каскадеры шли в песках, трылись и два, один ловушку прозевал, и их осталось два. Из кишлака, услышав крик, решили поглядим, но там был снайпер, штурмовик, и их уже один. Один вернулся ему молиться бы судьбе, но стал не нужен никому, и главное — себе. За рюмкой коротают дни, он сжег себя дотла, и снова встретились они такие вот дела. Прошло время, но у нас 27 декабря, ну, оказывается, не знаю, 27 декабря у нас День памяти, это начало войны в Афганистане, а 15 февраля праздник, это вывод войск. Вот в следующем году, у нас двойной, как бы, начало войны грустной. Грустная дата. Причем у нас праздник раньше, чем начало войны. У нас 15 февраля 9 года. У нас праздник окончания войны, а 27 декабря начало войны. Вот. Эта песня называется «Полночный кос». Посвящается всем боевым друзьям и живущим, и тех, кто не дожил по разным причинам. В Балашихе на старом объекте, это 101-я школа знаменитая, диверсионно-разведывательная, счет довоенная, до той большой войны. Там есть мемориалы, каждый год прибавляется по несколько фамилий. Прибавляются и те, кто своей смертью умер, и те, кто погиб на операциях. У нас трагическое 5 200-х вот за ту неделю заодно из Ингушетии и Дагестана. Это наши ребята, это выбивцы. Где все на Ингушетии, школа. Сейчас это все расписать на начальник. Привезли. 200-е это рыбы, знаете. В этой песне посвящается. Через войну земля дымилась, плавилась пожаром, а мы мечтали слушать тишину. Я поднимаю тост за друга верного, сурового собрата моего. Я бы не вернулся с той войны, наверное, когда бы рядом не было его. Патроны, сигареты мы поровну делили пополам. Одною плащ-палаткою согретой мы спали, и Россия снилась нам. И сколько бы мне жизни не отпущено, куда бы ни набросила судьба, я помню, как однажды друга лучшего свела со мной афганская тропа. На старой фотографии любительской еще после атаки не остыв, стоим мы, два десантника из Витебской, устало улыбались в объектив. Я гляжу на эту память прошлую, свеча горит и тает стеарин. В день победы верили с Алешей, тот день настал, я праздную. За окном ночная тьма колышется, гляжу на фотографию, курю, и мне охрипший голос друга слышится: живи, а я прикрою, как в бою. Рассвет встает над городом пожарищем, по улицам трамвай звеня. Я пью вино за старого товарища, а был бы жив, в
выпил за меня. Рассвет встает над городом пожарищем, по улице трамвай не звенят. Я пью вино на старого товарища, был бы жив. Нет, до утра не буду, еще минут на 5, 10, 40. Проснулся, Саныч проснулся и клюнул, да. Я до чего-то клюнул, да. Значит, воевали в каскадах, это перед тем, кто воевал в каскадах. Последним нашим самым могучим, самым большому каскаду, четвертому в прошлом году, исполнилось 25 лет. Вот тут мои боевые друзья стоят, и из Кобальта тут, ребята. Это Кобальт, это груз специального значения МВД СССР. Песня о последнем каскадере. Я когда писал, думал, в четвертом как кончил дело. Но я знаю лично одного человека, это мой друг старый по войне. Наверное, он был все-таки последним, потому что каскадер не остается на всю свою жизнь, а он тут недавно только оттуда перебрался в Россию. Вот такая. Вот прошло, вот и все. Закончена работа. А, да, хочу сказать. Залет, мы с самолетами заезжали, то залетали. И каждый залет назывался залетом. Каскадер первого залета, второго залета, четвертого залета. Вот так, залет. Вот и все, закончена работа. И идет среди афганских гор. Каскадер четвертого залета. И последний самый каскадер. Каскадер четвертого залета. И последний самый каскадер. По Кабульскому аэродрому он идет, не чувствуя весны. За 4000 верст от дома и за 300 метров от войны. За 4000 верст от дома и за 300 метров от войны. Без брони идет, без автомата, весь багаж, рюкзак да чемодан. Парень из последнего каскада покидает мартовский Афган. Парень из последнего каскада покидает мартовский Афган. Он почти у трапа оглянется, остановится и на момент. Там от чего-то грустно улыбнется и закурит сигарету Кент. От чего-то грустно улыбнется и закурит сигарету Кент. Может, нет для радости причины, может, просто до смерти устал. Смотрит он на горные вершины, среди которых жил и воевал. Смотрит он на горные вершины, среди которых жил и воевал. Но когда, прервав минуту эту, дружески махнет ему пилот, он щелчком опросит сигарету, не спеша поднимется на борт. Он щучком отбросит сигарету, не спеша поднимется на борт. И под рев турбин родного ила, боевых традиций не забыв, с бортмехаником погрушки шила, без закуски выпьет за отрыв. Это за отрыв носового колеса на взлете, знаете, да? Он с бортехником погрушки шила, и на крыло выпьет обрыв. И уже под мирным шум мотора по дороге к дому в весне будет спать и видеть сны, которых никогда не видел на войне. Будет спать и видеть сны, которых никогда не видел на войне. Будет в снах те же рейды и засады, БТР дрожащий горячо. Вот блокпост, где все его ребята живы и не ранены еще. И блокпост, где все его ребята живы и не ранены еще. Будут сниться каскадеры горы, весь дымок Хайберский перевал.
не будете, братцы, каскадеры, он свою войну отвоевал. Не будете, братцы, каскадеры, он свою войну отвоевал.